В ноябре прошлого года в Мухтуе перед началом зимы была установлена новая детская площадка. Это было выполненное обещание районной администрации. В свою очередь, директор управляющей компании «Комфорт» тогда обещал благоустроить участок, где площадку установили. До этого там был занесенный снегом пустырь. На дворе июня мы решили проверить, как перезимовала игровая конструкция и выполнили ли обещание руководитель компании. Ну а заодно узнали, станут ли обладателями таких комплексов дети из других дворов города. Что нам стоит дом построить? Поговорка хорошо подходит к данной ситуации, потому что дом не дом, а установить детскую площадку можно, оказывается, достаточно быстро. Только если слово дано человеком, слово, и не одним. Выполнил свои обязательства перед своим народом и перед Ленским районом в том, что они поставили детскую площадку, а я ее облагородил. С проблемой нехватки детских площадок власти впервые столкнулись в предвыборную кампанию 2013 года, когда на встречах кандидатов с избирателями от последних посыпались заявки на эти площадки. Буквально от жителей каждого двора, города и поселков. Вот одна из первых управляющих компаний, это «Комфорт», руководитель Насрудин Магомедов, который, так скажем, предложил поучаствовать в плане софинансирования. Это, как вы видите, мы взяли на себя приобретение и монтаж этой площадки, а управляющая компания сделала благоустройство. Оказывается, все просто, если захотеть. А главное, деньги нашлись и на покупку детского комплекса, и на штакетник, и на скамейки, которые в данное время в производстве у мастера кузнечных дел. Несмотря на то, что в прошлом году было установлено несколько таких горок, это только малая толика от потребностей в них. Так ждать или не ждать их детям этим летом? И если да, то кому повезет? Я думаю, и Доярушка, рядом микрорайон, тоже необходимо там на эту тему поработать. И, соответственно, по всему городу. Вот в этом году мы уже... У нас по дороге практически сюда три площадки. Мы одну будем устанавливать на территории садика в честь года дошкольного образования. Одну мы установим на Нюйской возле дома номер 5, нового, который строили для бюджетников. И одну мы установим на стадионе. Кстати, этот игровой комплекс был установлен в ноябре прошлого года и перезимовал прекрасно. Хотя за 50 в минусах было. Территория здесь просторная, разгуляться есть где. Так что работы продолжатся.